вот в тот момент, когда он в бою схватил мою руку где-то, и он вспомнил, не только свое движение, как это делать, одновременно он вспомнил и образ, грубо говоря, всех тех противников, общий образ, в каком положении они стоят. Да? И, соответственно, прилагая все свои силы, чтобы сейчас сделать болевой, ты автоматически учитываешь именно положение меня, как тот образ, как память, потому что у тебя это наработано как прием, как образец. И вот смотри, ты начинаешь делать, а я уже немножко другой, я уже перетек. Я-то в другом положении, а ты все еще там. И ты чувствуешь, вот-вот додавлю, и все получится. Вот-вот додавлю, и все получится. То есть, потому что ты не чувствуешь реального сопротивления в руке. Да. Да? Если я, так сказать, нахожусь не в образцах, а я вижу, как он двигается, как у него центр тяжести. Смотрите, мне вот достаточно вот сюда вот всего лишь миллиграмм. А тут уже все. Чувствуешь? Там всего надо пальчик положить, чтобы он уже сел на попу. Вот в том положении, в котором вот Максим, он видишь, приседает. Вот сколько мне надо сюда граммов повесить, чтобы он пошел. Все, ноги пошли. И вот это вот, то самое позволение, потому что я не мешаю ему ни капельки. Но я не самоубийца. Я хочу жить, и я вижу, как у него идет движение. И всего лишь я это движение, грубо говоря, твое же приседание просто немножко усиливаю, я помогаю тебе присесть. Теку вместе с ним, как вода течет, я теку вместе с ним. Все выходы только на смещение центра тяжести назад получается, данный прием. Ну да. Почему? Так или иначе, человек падает в любом случае, когда у него центр тяжести смещается. Пожалуйста, я тут могу биться ему и поддать, если надо. Пожалуйста, это биться, я не против. Смотри, какая боевая задача стоит. Танго. Я вам что удовольствие приносит. Получается. Вот еще раз, вот смотри, жестко по позиции, я тебе сопротивляюсь. Воу! Видно, как летают? Нормально все.